плане законности, да, она не указывает ни на конкретное какое-то лицо, ни на какого-то производителя или фирму, что вот они там некачественные дали. Состава преступления нету. Это, знаете, из раздела того, что разошли 12 друзьям, будет тебе счастье. Остается вот на совести, больше касается морально-этических здесь сторон, потому что такого факта в последнее время зарегистрировано не было.